7 по Пустолопову. Время 8:30 я потеряла посадочный. Тимур потерял наручные часы эти, ми-бенды. Ставлю класс. Но это не проблема. Мне сказали, что мне напечатают новый. Ну или если его кто-нибудь найдет, я схожу, спрошу. Вот такие путешествия у нас, такие... Такие виды. Вот такие уже приключения. Надеюсь, на этом наши неприятности закончатся. Всем по Пустолопову. Пару слов для прессы. Это вообще какое-то безумие. Четыре года назад мы приехали в Крым и на Мерседесе без окон, старом, 85-го года, ехали, и нам сказали, что это кондиционер, и мы ехали 3 часа вот так в поту. Сегодня, ну, жизнь меняется, это круто. Растем, бойс. Растем, бойс. Растем, бойс? Бойс, растем, алло. Start of nothing, I had no chance to prepare, I couldn't see you coming. The start of nothing, ooh, I could hate you now. It's quite alright to hate me now. When we both know that deep down, the feeling still deep down is good. If I could see the walls, I could see you faking. If you could see my thoughts, you would see our faces. Safe in my rental, like an army truck back then. Так, мы пришли на завтрак и встретили вот эти люди здесь, тоже пришли чуть попозже. Давайте, как вам завтрак, Маша, расскажите? Очень вкусный завтрак, дыня, бомбита, она просто тает во рту. Взяли еще кексики, но на пробу, потому что мы после пробежки. Сок апельсиновый, просто бомба, очень вкусно. Колбаса отстой, как тряпка. Короче, она прям разлагается во рту, невкусно. Оливки вкусные, сыр, короче, все очень вкусно. Это вообще лучший отель, в котором я жила, ну, на данный момент. И завтрак, ну, на 6, ну, 6. Даже 6-7 из 10, да, поэтому. Не, ну, отель реально респект класс. Респект класс, да. Мася, скажи что-нибудь. Заезд после 3. Мы сегодня выбрали наконец-то жилье. Куда мы поедем дальше? Мы поедем на остров Крит, Ханья. У нас там огромный дом с огромной территорией. 3 минуты до пляжа. Йоу. 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 Сколько стоит? Стоит это 80 тысяч рублей на 2 недели. В евро не знаю. Дальше. Что еще? Мы сегодня выбрали, как же мы доберемся до туда. У нас есть вариант. Либо мы добираемся за 15 тысяч на двоих на самолете за 1 час, но это еще 45 евро доехать до аэропорта. Либо мы отправляемся на пароме за 8 евро? За 4? За 40 евро? Ну, короче, короче, дешевле, гораздо дешевле. До... На пароме 9 часов будем ехать. Ставим ставки. Итак, что вы думаете? Кого первого укачать? Я думаю, это будет Семен. Лайв, Инстаграм, мы все такие, как бы мы едем на Крит в жизни, орхи, такие. И все, и все. Всем привет. Мы поехали с Семеном вдвоем до порта Пирей, чтобы прогуляться по набережной, посмотреть водичку, все такое. Я пью пиво, мы сидим где-то непонятно где, должны найти набережную, но не можем найти. Сейчас покушаем, и я надеюсь, мы найдем тот самый красивый места, про которые пишут в интернете. I've been waiting all night for this moment. I've been waiting all year for this moment. I've been picturing you taking off your clothes for me. I've been literally curving all these songs for you. Daddy told you better bring your ass on. Cinderella better get your ass on. Man, I swear the parents just don't understand. You
ain't gotta be old to be a man. Take my hand, come with me to my room. Girl, I got a seat at the SLS. I already know you got expensive drinks. Так, цены на воду. Водичка 0,5. 0,15 евро. Это центы или как говорить? Это центы или как это правильно говорить? Нет, ну ладно. Такой пивасик. Всякие разные. Ханикин. 4,40 это за 6 штук. Да? Что-то дешево. Или это одна столько стоит? Непонятно, я не понимаю. Вино. Мне кажется, очень вкусное все вино. 3,10. 3,35. Что там написано? 6x330. Это 4 евро за все бутылки? Да, очень дешево. Очень дешево. Это получается 240 рублей за 6 бутылок. Это дешевле, чем в Кемерово. Вино 5,33. Короче, нормально. Выбор оливок. Какая-то хрень всякая. И много всякого вина. Давайте посмотрим цены. Блин, тут это даже меньше 1 евро. 1, 1, 2, 1, 3. Блин, может взять и попить? Не знаю. Просто очень дешевое вино. Всякое разное. Я уверена, что оно все такое еще натуральное. Ой. 6 евро за бутылочку. Это зависит от них. Надо куда-то. Так они же собрались сюда тоже. Мы же разговаривали о том, что они тоже сюда приедут. Они хотели на портал. Всем привет! Сегодня 28 число. Мы с Семеном забрались почти на самую вершину Акрополя. Вот такой там вид. Почти не видно. Короче, все покажем. Маша с Тимуром остались внизу в плаке, потому что Маша стало плохо. И они нас отпустили. Мы вот одни сейчас будем забираться. У нас с собой 4 литра воды. Мы настроены забраться на самый верх. Да? Вот так. We'll be right back.
дополнительно измеряете температуру. И вот так на весь магазин сигнализация. Нет, потому 37,5 что у нее 37,5. Просто на весь магазин. Мы обосрались. Я подхожу быстро, беру, мне там 36,5. Она успокаивается. Мы... Посмотрите, какие ноги. Это мем. Это просто мем. А еще я буду. Вот, и короче, мы реально, мы убежали, мы подумали, вдруг нас сейчас увезут. Мы завтра идем сюда. Like a damn от Kendrick Lamar. Да? Да. Пойдем посмотрим. Хочешь в магазин? У нее. А, у женщины? Господи, лишь бы в магазин зайти. Пойдем посмотрим в магазин. Для прессы, куда едем? На порт. Пару слов для прессы, куда едем? Мы едем на Крит, и мы поехали не на трансфере, а на метро. У нас 60 килограмм, больше 80 килограмм на четверых багажа. Очень, кстати, мы в горку недолго шли, да? Вот. Пока такие, да, пока только такие мысли. Угадайте, кто самый злой человек тусовки. Подсказок не будет. Мы почти дошли до нашего гейта. Festa, Tokyo, no, I'm not going, bailando.